Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смотритель кладбища». И я все-таки решил сходить к церкви и посмотреть. Может быть, кирпич уже там лежит, а может быть, мы его откуда-нибудь достанем. В общем, в любом случае, у нас есть задание от Герри — принести ему кирпич из церкви. Так. Ага, друзья мои, я кое-что вижу. Вот он, видимо, кирпич, а инвентарь у меня переполнен, да, судя по всему. Давайте что-нибудь уберем отсюда ненужное. Да, я думаю, красный гриб можно уничтожить. Так, у нас еще рецепты есть, давайте используем их. Эликсир исцеления. Кстати, у меня такой эликсир уже был. Так, а здесь у нас создать темный эликсир. Не знаю, для чего это все, но думаю, пригодится. Кирпич из церкви. В общем, ребят, мы его получили. Давайте-ка, наверное, с вами будем телепортироваться уже к Герри. Ну и, естественно, его будем отдавать, а там уже смотреть, что дальше произойдет. Так, в таверну летим. Надеюсь, Герри меня уже там заждался, да? Он на месте. Сейчас мы ему отдадим этот кирпич. Так, что-то упало там. Печатка священника. Хм. Ладно. Отдать кирпич из церкви. Задание выполнено. Мы получили рецепт и подходим к машине времени. То есть очередной видосик нас ожидает. Первый хранитель вот-вот прибудет, а у нас кончается мрамор, шатаются балки. Полбригады пьянствует, а Кресвальд не прислал гвоздей. Обнадеживающее начало. Чейн? Прости, что беспокою тебя, Харадрик, но... Белла и я, можем ли мы поселиться возле деревни? Разумеется, а Клотта? Клотта, она нездорова, психически. Ей лучше оставаться на болоте. Спасибо тебе и прощай. Вот так вот? Ага. Мы за ней идем, да, я так понимаю? Чейн, подожди, пожалуйста, я ведь так и не поблагодарил тебя. За что? Не понимаю. Камень, которым Кресвальд ослепил стражу на казни. Его дала ты, ты спасла меня. Прости, Харадрик, но мне правда пора. Я никогда не прощу себя, Чейн. Мы совершили слишком много ужасного. Но теперь, когда у нас впереди целая вечность... Может, мы попытаемся исправить то, что еще можно исправить вместе? Угу. На примирение пошел, да? Хватит! Теперь найди какую-нибудь дубину и расколошмать эту машину. Герри, может, ты мне хоть что-то объяснишь? Все еще не понимаешь? Ладно, я Джоув. Но я помог людям, я дал им будущее, я отомстил за учителя. А мост — это была идея Люциуса. Так почему они наказали меня? Хм. Может, нам даст ответ машина? Бесполезно. В списке больше нет артефактов. Да, но... У нас есть еще одна древняя штуковина, которую мы можем использовать. Да? И что же это? Волшебный череп. Хм, я даже не знал, что у тебя есть... Хм. Да ты смеешься. Я не согласен, не согласен. Но почему? Ты ведь гораздо лучше, чем артефакт. И у нас нет другого способа выяснить правду. Ага, все-таки он согласился, да? Ха-ха, сейчас мы его, ребята, засунем как артефакт. Очередная заставочка. Давайте смотреть. За 5 лет до древнего контракта. Слышь, Джоуф, а ты уверен, что сейчас, ну, подходящий момент? Да, Люциус, весь город готов целовать ему пятки, его работа закончена, и больше он нам не нужен. Хм, что-то наш бедный учитель не торопится. А если он догадался, если придет со стражей? О, я прямо вижу, как наш добрейший учитель арестовывает и судит нас. Ладно, а если он вообще не придет? Увы, он обязан выполнить все, о чем мы просили у портала.
А мы просили силу, чтобы править людьми. Опа. Время пришло. Да, догадывайся, что тебя ожидает. Я знаю все, что случилось и что случится. Мне жаль, учитель. И мне жаль, ваше величество. Делайте это, парни. Опа. Ничего себе. На мясо пустили учителя. Ничего не говори, пожалуйста. Так, получено достижение «Король Герри». Святой Бухлишка, и как же круто было ничего не помнить. Герри? Герри? Герри, ты жив? Что с ним? Тебе не кажется, что довольно странно задавать такой вопрос черепу? Кстати, я тут вспомнил кое-что интересное. После войны мы с Люциусом украли и закопали где-то совсем недалеко часть королевских сокровищ. На случай восстания. Ну, тогда мы определенно должны их проверить. Почему бы и нет? Выкопать сундук возле новой таверны. Вот такое у нас задание. Значит, возле моей таверны получается. Ну, давайте поищем, посмотрим, что у нас тут есть. Я пока ничего не вижу. Ага. Давай-ка вот здесь вот попробуем покопать. Святой Бухлишка, а? Вау, сундук выкопали. Ух ты ж, сколько золота. Глазам не верю. Элитное вино 200-летней выдержки. Спасибо всем древним и новым богам. Все мои страдания вознаграждены. 200 лет выдержки? Угостишь? Конечно нет. Это принадлежит королю Джоу. То есть мне. Впрочем, ладно, я милостиво разрешаю тебе забрать золото. Вы так щедры, ваше величество. Увидимся в старом подвале. О, как прекрасна жизнь. Увидимся в старом подвале, он сказал, да? И сколько же мне золота дадут, ребята? Ага, 10 золотых. Слушайте, но это неплохо по меркам этой игры. Так, сейчас мне нужно, наверное... Хотя, подожди-ка, у нас же еще очень много артефактов, да? Которые мы с вами использовали. Так, давайте посмотрим, что это за рецепт. Создать черную краску. Ну, друзья мои, это, по-моему, тоже у меня было... Рецептики повторяются. Так, давайте-ка выложим для начала все артефакты, которые мы уже с вами использовали. Так, шкаф. Ага. Так, положили. И у нас еще осталось кольцо жрицы. Тоже выкладываем. Так, эпический успешный череп. Я получил достижение. Ну и все, больше ничего нету. Значит, смело отправляемся в милый дом, наверное. Нам отсюда ближе, как бы, добежать до Герри. Интересно, а зачем... Зачем я ему здесь нужен? Что он мне хочет рассказать? Друзья мои. В любом случае, мы задание выполнили по поводу этой машины. Все артефакты мы использовали. Я так понимаю, больше ничего новенького мы не узнаем. А в чем вообще тогда прикол? Выйти. Увидимся позже. Так, секундочку, ё-моё, только не говорите, что это был конец игры. Ну, я даже скажу не конец игры, а конец DLC. Потому что это у нас, ребята, как говорится, не основная сюжетка, а дополнительная была. Давайте возьмем ягод, наверное, с вами. Слушайте, ну если такое дело, то по большому счету мы с вами прошли игру. Я, честно говоря, рассчитывал немножко на большее. Никак не думал, что именно сейчас она у меня закончится. Хотя мы можем с вами использовать свои артефакты, открыть древний портал, да, и отсюда смыться. Но я почему-то думаю, что этого делать не стоит, а лучше нам подождать обновление этой игры. Когда она будет, я без понятия, ребят. Так, что у нас тут? Ну, я думаю, что это можно выкладывать все спокойно, да? Так, давай, наверное, серу тоже выложим.
Да, друзья, можно покемарить. Это будет у нас как бы сохранение. Слушайте, я надеюсь, я ничего не путаю, да? Все, мы с Герри поговорили. Больше он с нами общаться не хочет. Естественно, заданий у нас новых нету. Единственное, что я могу посмотреть, это... Так, секунду. Сейчас дойдем до Герри. Может быть, после сна он что-нибудь мне расскажет. Нет, к сожалению, ничего не происходит. Да, друзья мои, тогда получается, что на самом деле все. DLC окончено. Мы его прошли с вами полностью. Узнали какую-то историю. Честно говоря, она мне ничем не помогла. Так, давай посмотрим по персонажам. Тебе нужно вернуться домой к любимой, активировать портал на Ведьминой горе, создать магический лазер, чтобы включить портал. Но это все мы с вами делали, ребята. От этого никакого толка нету. И больше никаких заданий нету. Ладно, друзья мои, тогда будем закругляться. Конечно, я не думал, что получится у нас такая короткая серия, но ничего не поделаешь. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.